Почему Алине Загитовой не стоит завершать карьеру сейчас? Во-первых, это оставить своих болельщиков в одиночестве, которые просто не поймут, почему кумир покидает их в 17 лет, в то время как есть и более возрастные фигуристки, продолжающие бороться. Завершить карьеру сейчас – это подтвердить тезис о том, что в женском катании нет успеха без ультра-си. Но как после поражения прийти на лед, встать вместе на этом льду с триумфаторами, а потом вместе лететь на соревнования и знать, что у тебя практически нет шансов ни на тренировках, ни на соревнованиях, что призовое место – это какая-то такая мечта несбыточная. Это тяжело для спортсменов. Обозреватель NBC Жан-Кристоф Берло 15 лет пишет уже о фигурном катании, и он-то знает толк в нем. Считает, что Алина Загитова просто украшение фигурного катания. Ее программа «Клеопатра» поразила его просто до глубины души. Он считает, что вся энергетика программы, движения Алины, они абсолютно заслужены по оценкам за компоненты. Но, к сожалению, были недокруты в прыжках, и ее шестое место, по его мнению, это не показатель ее уровня. Ей надо продолжать дальше радовать нас своим искусством. Моральная релаксация в группе Этери Тутберидзе просто невозможна. Здесь идет работа от зари до зари, от темна до темна. Сможет ли Алина найти в себе мотивацию, найти в себе физические силы? Конечно, хотелось бы, чтобы смогла. И удачи, удачи и терпения ей. Все ждут от нее все-таки побед.